есть один игрок футбольный, Паша Погребняк. По позиции на поле он простой столбняк. За карьеру много клубов Паша поменял. Мясо, Шинник, Том, Зенит и в Штутгарте играл. С вами было все непросто, хули это мясо. По арендам отправляли парня с точным пасом. Кстати, Балтику забыл, не сказал вам сразу. Паша был там бомбардир, вот такая маза. Вскоре Паше надоело по арендам шляться. Нихуя, ему с вами оставаться. Чемодан собрал и приходит к руководству. Говорит, идите в жопу с вашим скотоводством. Дальше Том, потом и Хидин Пашу откопал. То, что перейдет в Зенит, он не подозревал. Взял восьмерку, помню, банку шальки положил. В общем, Павлик в Петербурге нихуево жил. Погребняк Паша по воротам ебашит. Росту 87, национальность Раша. Трансферная стоимость 8 лямов евро. Повторяй за мной, брателло, Паша будет первым. Погребняк Паша по воротам ебашит. Росту 87, национальность Раша. Трансферная стоимость 8 лямов евро. Повторяй за мной, брателло, Паша будет первым. Фаны были просто в шоке от его игры. Это Хидинг в зелье клал березовой коры. В кубке УЕФА стал лучшим бомбардиром. И охотились за ним команды всего мира. И Бавария, Реал, Арсенал и Челси. Но в Зените резко Паша на скамью уселся. Мазал по пустым воротам, было даже с метра. Упадет он, матернется и поправит гетры. Деревянным называли, посылали в жопу. Паше надоело, он свалил в Европу. Ну и в Питере его никто не стал держать. Денег посрывал с Газпрома, надо меру знать. Весь такой, бля, на понтах, золотая куртка. Чемодан опять собрал и поехал в Штутгарт. Помахал России ручкой, сел он в самолет. Не прощаемся мы с Пашей, он еще придет. Погребняк Паша по воротам ебашит. Росту 87, национальность Раша. Трансферная стоимость 8 лямов евро. Повторяй за мной, брателло, Паша будет первым. Погребняк Паша по воротам ебашит. Росту 87, национальность Раша. Трансферная стоимость 8 лямов евро. Повторяй за мной, брателло, Паша будет первым.